Владимирович только что сказал, что я у него спросила, тебе где больше нравится завтракать? У себя в комнате или на кухне? Он сказал, в твоем кабинете. В моем кабинете это означает на кухне. Я и сама считаю кухню именно своей территорией, потому что я здесь готовлю в основном. Я здесь люблю проводить время. Я, если хочу побыть одна, то я на кухне. Если я хочу поработать, то я на кухне. Если мне там томного кошка посмотреть, да кофейку попить, я тоже на кухне. Кухня это мой кабинет, наверное, начиная с 2014 года, с тех пор, как мы с Володей переехали в другую квартиру. Поэтому кухню я давно считаю своим кабинетом. И в 2016 году, когда мы жили на ЖД в Донецке, и в 2017, такого еще года не наступило. И в 2017 году, когда мы жили с Володей отдельно на пересечении 50 лет СССР и Ильича в Донецке, там я тоже обустроила себе очень уютно кухню, обожала проводить там время. И здесь тоже я обожаю кухню, не только не по фразе «твое место на кухне, женщина» и прочий бред, а потому что просто я очень сильно люблю кухню. Это моя территория, мой кабинет.